после кормления кошек влажным кормом из пакетиков, из двух осталось вот примерно, ну, 2 чайных или 2,5, но около столовой ложки корма. Почему? Потому что эти пакетики металлизированные выдавливали. И люди, полагающие, что они умеют кормить кошек, вот так вот опорожняют пакетики, по моему опыту, всегда. Я же очищаю их ложкой, и поэтому вот остатки корма еще выскребаю. Почему это для меня важно? Потому что я не богатый человек, и хоть вот это кошкам достанется, а не помойке.